Первый замминистра сельского хозяйства Евгений Громыко с официальным визитом в нашем регионе уже второй день. Но только теперь в его плотном графике нашлось время встретиться с губернатором. Павел Коньков рассказал об успехах и надеждах регионального правительства в области сельского хозяйства. После встречи тет-а-тет общение переместилось в зал заседаний, где состоялось совещание с руководителями агропромышленного комплекса региона. Мы за достаточно короткий период переживаем второй экономический кризис, достаточно серьезный. И каждый раз сельское хозяйство, сельскохозяйственный комплекс, он не давал нам практически сокращения. Если сокращение, то очень небольшое. И я за это очень ценю. Отрасль, она нам стабильно дает 5-8% нашего валового продукта. И в сегодняшних условиях мы прекрасно понимаем, что дальнейшее развитие сельхозпроизводства и перерабатывающей промышленности оказывает существенное влияние и на жизнь граждан нашей области. Подробнее о состоянии дел в сельском хозяйстве рассказал руководитель профильного департамента. На сегодняшний день производители области полностью обеспечивают потребности населения по ряду важнейших продовольственных товаров. Пока низким остается только показатель по мясу и мясопродуктам – около 40% от потребности. Но учитывая увеличение объемов производства мяса птицы на Ивановском бройлере, этот показатель со временем вырастет. Несмотря на сложные финансовые условия текущего года, в первом полугодии сельхозпродукции было реализовано на 3,7 миллиарда рублей, что на 5,4% больше по сравнению с 2014 годом. Ну, это, безусловно, радует. Не рады аграрии в условиях кризиса существенному подорожанию минеральных удобрений. Проблему можно решить, включив в список поставщиков местное предприятие ООО «Сельхозхимия». Тогда закупочные цены были бы ниже. Но ответа от ассоциации производителей удобрений пока нет. Может, хотя бы замминистра поможет ускорить процесс. Существует в отрасли еще ряд проблем. С 1 января будущего года заканчивается переходный период в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза на молочную продукцию. Появляются дополнительные условия, которые становятся препятствием для сбыта молока. Если возможно, то этот вопрос нам хотелось бы услышать, что происходит сегодня в министерстве, как он сегодня выглядит и решается. Также аграрии с нетерпением ждут отмены требований установки тахографов на сельхозтехнику. Сейчас за отсутствие приборов фермеров штрафуют, а законодательное решение этого вопроса повисло в воздухе. Евгений Громыко внимательно выслушал все, сделал себе пометки. В заключительном слове первый замминистра сельского хозяйства рассказал о событии, важном для России в целом и для каждого региона в частности – сельскохозяйственной переписи. Что такое сегодня наша статистика с вами, да, и вообще мировая практика статистики? Это раз в 5 лет во всем развитом мире, раз в 5 лет сельская перепись происходит, плюс оперативная статистика. В результате мы получаем с вами точную статистику, на которую опирается наш бюджет, исходя из которой мы с вами пишем, то есть государственную программу развития сельского хозяйства. Если у нас не будет точных данных, мы так с вами никогда и не поймем, что недостает. Откуда же взять недостающие 7,5 миллионов тонн молока? Нужны ли они сегодня на рынке для выполнения задач, поставленных доктриной продовольственной безопасности? Где взять этих 1,5 миллиона коров? Чем это накормить, какой народ это будет обслуживать. На будущий год Министерству сельского хозяйства удалось отстоять для регионов в качестве поддержки производителей финансирование в размере 237 миллиардов рублей. Обычно Ивановской области достается по всем делам 1%. Вот если бы еще по сельскому хозяйству также 237 миллиардов, 1%, 2,3 миллиарда, я думаю, что... Ну тогда давайте договоримся так, Павел Алексеевич. Значит, если... тогда давайте так, с обратной стороны, хорошо, мы увеличим, давайте здесь можно тоже дойти до 1%, оно должно быть тогда не 3 по 150, а 3 по 200 минимум. Имеется в виду и 200 тысяч овощей, и 200 тысяч зерновых, да, и 200 тысяч молока как минимум. Потому что я уже сегодня говорил, и губернатор сказал, что 500 000 молока для Ивановской области – это достаточно реально выполнимая задача.
Хоть и в шуточной форме, но Евгений Громыко дал понять ивановским сельхозпроизводителям. Помощь государства будет зависеть в первую очередь от их плодотворной работы и успехов на этом поприще. Спасение аграриев в их собственных руках. Наталья Гутарина, Алексей Гарин, РТВ Иваново.